Горшков и Шкуртел. Горшков первого мяча. Радимов не попал по мячу. Киржаков и Радимов, он их выделил. Горшков с мячом. Удерживает мяч. И Спивак на левом фланге получает он в штрафной площадке. Ну, подобно как-то так. Угловой. Спивак подает. Шкуртел. Высокий прыжок, удар. Шкуртел еще играет за молодежную сборную Словакии. Держали рукой. Киржаков. Пенальти. Да, не задумываясь, арбитр показывает на 11-метровую отметку. Пенальти из «Зенита». Ну вот смотрите, видите, он завернул, и Чайли получил желтую карточку еще. Спивак против Шикльгрубера. Точно в левый от вратаря угол, а тот бросился в правый. 1-0, «Зенит» впереди. Вот так усилиями Киржакова. Заработан был 11-метровый. И Александр Спивак открывает счет. 1-0. Точно в угол. Кстати, он всегда бьет в левый от вратаря в угол. Ну, в основном. 11-я минута матча. Ну что, хорошее начало. Но для в интересах команды надо действовать на месте и право полузащитника. А теперь вот, пожалуйста, Анюков, получив великолепный пас от Аршавина, надо возвращать мяч в штрафную. Пас Аршавину и... Даже не знаю почему, Андрей Аршавин не добежал вот до этого мяча. Как-то он посмотрел налево. Вот посмотрите, главное, и пас-то какой великолепный дал. Не дотянулся ногой, не дотянулся, не хватило усилий. Четвертый угловой, а вот и Анюков великолепно сыграл. Я сказал, футболист, умеющий многое. Вне игры нет. Аршавин по штрафной. Хаген! Повезло Шикльгруберу. Хаген правильно посылал мяч вниз, в землю, но сильный угол получился. Великолепная атака. Да, «Зенит» уже провел таких три атаки. После первой был пенальти. И сейчас два момента голевых. Радимов, Горшков. Слева Спивак. Пас Анюкову. Офсайд. Офсайд. Немножко судьи не обижаются. Пихльман. Пас вдоль ворот. И... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, это для защитников. И, конечно, как же не забил-то сейчас, а? Бубенник. Удивительно. Да, расстроен он, но как прозевали сейчас прострел этот, посмотрите. Шкуртел, кстати, опаздывает. Шкуртел. А здесь и Мариш. Да. Еще раз. Шкуртел. Мариш. Не мешает, не успевает. Шопич. И тут же «Зенит», но игра такая не быстрая. И с ошибками в обороне действует «Зенит». Сейчас позволили пробить Шкуртел. Флагбарт. Ну вот я говорю, что с точки зрения вот игры на оборону Анюков не заменим. То есть это... Играть надо Анюков, у меня игры нет. И... Да что ж ты торопишься, ёлки-палки, да? Но вновь флагбар с мячом. И упал защитник, так повезло. Ну вот, смотрите, момент. И защитник, сам споткнулся о ногу Анюкова. Это видео, кстати говоря. А здесь офсайд, был поднят флажок ассистента главного судьи вне игры.
получается. Все время открыт для приема. Это главное качество форварда. Конечно, штрафной. Это в хоккее можно вот так перекрывать путь к мячу. В футболе нельзя. Киржаков. Ну, не надо торопиться. Вот пока Киржаков бьет, но не сильно. Но все-таки поспешил разыграть этот мяч. Радимов. Пас Аршавину. Аршавин первым мячом в штрафной площадке. Удар! Как все правильно сделал Андрей Аршавин. Выход один на один. Но какой же пас-то великолепный был, а? Или Киржаков? Не знаю. Но Феродимов хочет обкрутить стенку. Так и есть. Ох, какой удар, а! А чувствовал, что может пробить. Вот мяч пролетел, ну, сантиметров 10. Несколько передач были великолепных. И удар сейчас, посмотрите. Ну, мяч буквально над перекладиной пролетел. Воржишек передач. А, Пихльман. Пас под удар. Ковачевич. Бозу Ковачевич, пожалуйста. Это Шопич. Низом передача. Баур! Одним касанием, не сильно, а просто переводил мяч в дальний угол левой ногой Баур. Вот недаром побежал к штрафной-то. Вот мы с вами заметили это и попал по мячу. Здесь тоже. Аршавин. Радимов. Киржаков надо бить. Удар! Да. Повезло Шекельгруберу. Так и когда Анюков рвется вперед. Здесь Хагин попал в ногу. Пихльман. Удар! Опередил Пихльман сейчас Маришу. Шопич. От флагбарта мяч летит. Чентофальский отбил кулаком Радимов. И вот сейчас вас... У нас ведь там есть камера, я вижу, Олег Соловьев, оператор. Сейчас опасный момент, удар, мяч проходит прямо со штанги. Все-таки спросить, там Фурса стоит, это делегат РФС, кто же карточку-то получил? Вот я уж коллег свой открываю такую тайну, завесу, но все-таки матч международный. Мариш, хороший пас. Анюков. Ошибка защитника Чайли. И это уже Аршавин. Неточный удар. Киржаков. Аршавин. Киржаков. Киржаков. Не отдает мяч. Аршавин. Киржаков. Пас вдоль ворот. Ну а что мог еще сделать Киржаков? Только вот так. Димов. Горшков. И Мариш. Еще дальше Маришу. Анюков 1-1. И... Ой, бедняга, Саша Анюков. Ну как не пришло. Жалко парня. А Горшков какой пас. И офсайда не было. Прозевали его. Ну вот щечкой, вот внутренней стороной стопы. Не вот небрежно все-таки внешний и не попадает в ворота. Душу вложить. Все-таки защитник. Ну что поделать. Удар. Хотя Анюков, представляете, как от... Это Киржаков. Радимов. Спивак. Аршавин. Спивак штрафной. Пас вдоль ворот. И по падении головой хотел сыграть Олег Лазов. Удар, это Чайли бил сейчас. И вне игры-то не было. А смотрите, он был за спиной. У ворот суперфунда. Аршавин. И надо бить. Радимов. Ну, в общем-то, это не конек. Такое есть выражение. Это не конек.
Владислава Радимова с сильным ударом. Хотя... Радимов. Аршавин! Ну, на какой ряд? Нет, до ряда нет. Радимов, Горшков, Аршавин. Власов, Горшков. Можно бить. Удар! Правильно сделал Александр Горшков. Сарияр. И вот он, Гилевич. Как он положил сейчас защитника. И счет-то минимальный. 1-0 всего. Удар. На месте чем-то фальски. Пульсик взять в оборот. Нет, розыгрыш. Киржаков. Пас. Горшков пробивал. Нет, Пошкус. Пошкус это был. Горшков. Власов. Киржаков. Пас. Пошкус. А мог и подыграть вообще себе, потому что бок стоял метрах в пяти за его спиной. Перебрасывал Киржаков Радиму. Но вот Пошкуса удар. Кстати, в связи с этим он должен пропустить матч с крыльями Совета. Власов! Бери на себя, Олег! Киржаков! Вот здесь Киржаков пробивает Власов. Пошкус! Пас Власову. Власов в штрафной площадке. Пас до ворот. Еще. Шестой номер. Это Воржишек. Пас вдоль ворот. Хаген. Ковачевич. У него мощный удар. В первом тайме. Помните, один раз он пробил. Киржаков. Бок. Удержал мяч Александр Киржаков. Пошкус. Не в ту сторону. Спивак. Горшков. Удар. Хороший удар был. Плотный мяч летел в угол ворот. Горшков. Власов. Он в штрафной площадке. Удар. Ближний угол. Опросилась в дальний. Хотя я вижу, Сарияр он все время как форвард действует. То есть три нападающих. Сейчас хорошо это видно. Пробивал Олег. Ответный мяч. Денисов. Сам пробил. Ну и, наверное, правильно сделал. Сейчас не надо ждать этих последних нервных минут. Ох, какой удар. Конечно, сложно с такого положения. Ковачевич. И Спивак. Спивак угла штрафной. Ну, непонятно. Неточный пас. Левич. И вот теперь Пошкус. Ну, прояви свои скоростные качества, Роберт Ас. Денисова видишь? Нет, не видит. Денисову надо было отдавать. Власов. Удар. В ногу защитник. Пользу, но они играют, молодцы. Сарияр выше ворот. Но ушли два плеймейкера. И Радимов, и Аршавин. Сложновато. Все-таки моменты есть. Вот сейчас Власов с мячом. Ну куда ж бьешь ты? Киржаков. Вне игры нет. Денисов. Пас вдоль ворот. И... Пошкус. Его работа забивать голы.
никакой был сразу. Ну, а как Денисов дал точный мяч, смотрите. Вот игра на опережение. Не получилось. Спивак. Игра в одно касание. Денисов угла штрафной. Игорь так просто мяч не отдаст. Власов. Горшков. Удар! Сейчас раз 12 передали друг другу мяч, держали его. Знаете, как розыгрыш в баскетболе? До точного броска. Должен был быть точный удар, но точным он не получился. 87-я минута. «Зенит» выигрывает 1-0. У «Суперфунда». Сарьяр с мячом. Удар! И гол. Все-таки, и вы знаете, забивает именно Радослав Гилевич. 1-1. Ну вот, было у меня предчувствие, что надо было забивать раньше. Но очень будет волнующие последние минуты матча. Да. Один-один. Ну вот флаг Барт. Это флаг Барт. Шкартел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо выгонять спор. Желтые? Да красные надо было дать. Вот посмотрите. Посмотрите, что делает. Это не игра не в мяч.